Кабинет министров Чувашии одобрил проект закона об увеличении количества рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые цифры озвучили на очередном заседании. Также министры поддержали список объектов и дорог, которые планируют отремонтировать в 2019 году. Подробнее в нашем материале. Взять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья согласится не каждый предприниматель. Те, кто все же решается на этот шаг, получают дополнительную господдержку. Таких организаций по республике 1174. Трудоустраивают инвалидов по квотам. Их решено увеличить. И по предварительным подсчетам с июля этого года появится около 500 новых вакансий. Предусматривается увеличение квоты для трудоустройства инвалидов с 2% до 3% среднесписочной численности работников. Организация при численности работников свыше 100 человек. Для работодателей численность работников, которая составляет от 35 человек до 100 человек включительно, предлагается повышение квоты с 1,5% до 2% среднесписочной численности работников. Дополнительная материальная поддержка предусмотрена для одной из районных детских школ искусств. 235 000 на музыкальные инструменты получит школа, выигравшая конкурсный отбор от Минкульта. Победителем Котоурова признана администрация Вурнарского района, где будут приобретены музыкальные инструменты для Вурнарской детской школы искусств. Софинансирование муниципального бюджета составит тоже 235 000. Сумма на ремонт дорог по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги» в сравнении с прошлым годом увеличилась. На 1 миллиард 461 миллион рублей в этом году отремонтируют 143 километра автомобильных дорог. В следующем, 2019-м, планируют привести в порядок еще 59 километров. В частности, предварительно мы включили на 2019 год работы по капитальному ремонту Сугутского моста в городе Чебоксары, реконструкции проспекта Ивана Яковлева, это дорога вдоль ботанического сада, строительство дороги по проезду Соляное и по капитальному ремонту моста по проспекту Тракторостроителей. Напомним, что Чувашия входит в число 36 субъектов России, где с 2017 года реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Создана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации, в которую входят Чебоксары, Новочебоксарск, Маргаушский и Чебоксарские районы. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.